Люберцы присоединились к празднованию Всемирного и Всероссийского дня стоматологического здоровья. В этом году он проходит под девизом «Гордись своей улыбкой». В городском округе проходят мероприятия, направленные на профилактику заболеваний полости рта. В гимназии номер 16 к этой теме привлекли внимание с помощью театрализованного урока гигиены. На нем побывали и мои коллеги. Лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать. Облачившись в необычный костюм, люберецкие стоматологи дают советы по чистке зубов. Врачи уверены, в игровой форме запоминается легче. Нужно чистить 3 минуты, это раз. А во-вторых, смотри, есть розовое, да? От розового к белому, то есть тебе нужно выгребать. По такому же принципу действует и на сцене. Вместо скучных уроков здоровья – театрализованное представление. Вот что значит совмещать приятное с полезным. Мини-сценка – часть большого проекта «Гордись своей улыбкой», который проходит по всей стране в честь Всемирного дня стоматологического здоровья. В Московской области эту дату отмечают на 40 площадках. Для того, чтобы акцентировать внимание, чтобы люди от мала до велика, жители Московской области, уделяли больше внимания профилактике, соответственно, и посещали, конечно же, стоматолога. Акция проходит в учебных заведениях и объектах здравоохранения. К проекту активно подключилась Люберецкая стоматологическая поликлиника и Общественная палата округа. Сейчас профилактика именно стоматологических заболеваний, она набирает оборот. То есть в свое время, скажем так, немножко были ослаблены принципы профилактики. Но сейчас это опять все возобновляется, развивается. И сейчас на профилактику большой упор. К вопросу здоровья зубов активисты привлекают внимание в течение всего месяца. Большой стоматологический марафон завершится 31 марта. Луиза Егязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.